Але реальний прогрес в зміцненні обороноздатності держави ви побачите просто зараз. Добре, це наша Україна за нас беспокоїться. Проходіть. Ну, мужчина подъехал на мотоцикле и говорит: главное, что дети. Я вчера ехал с той стороны, мне давали пропуск на лучик и говорили: ждите, мы вас сегодня будем хорошо крепить. Ждите. Так прямо и сказали ему. На блокпосту, да, на Зайцевском? Да, не на, ну там, где их пропускной пункт с Украины. Сказали: сегодня ожидайте, мы будем крепить вас конкретно. Так прям сразу и сказали. Если он соврал, то и я вру. Головний наш гарант – це є Збройні Сили України. І це куди серйозніше, ніж Будапештський меморандум.